Всем привет! Вы смотрите программу «Павел и его команда». И сегодня мы в гостях у семьи Чуновых в Дрибинском районе. Иван и Наталья известны тем, что они открыли дом семейного типа. Ну а нам, думаю, самое время зайти и познакомиться. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Проект «Павел и его команда» приехали сегодня к вам в гости с нашими волонтерами, помощниками. Будем вам помогать именно какие-то работы по дому сделать и что-то расскажем, покажем, что-нибудь пожалуйста, о вас. Пожалуйста, пожалуйста, проходите, будем очень рады. Проходите, проходите. Блядь, давай. Проходите, проходите. Живем, можно сказать, как в сказочном лесу. Кругом у нас сосны, елочки, особенно сейчас зимой очень красиво, все в снегу. Ну, конечно, по весне будем потом засаживать какими-то яблоньки посадим, вишни, сливы, чтобы у нас все было рядышком. Дружная семья Чучуновых, а это мама Наталья, глава семейства Иван, сын Артем, приемные дочери Оля и Наташа справили новоселье совсем недавно. Сделали легкий ремонт, перестановку. Работы по дому площадью в 200 квадратов всегда очень и очень много. И никакая помощь лишней не будет. Именно поэтому мы здесь. Сегодня мы приехали вам помочь, определенные вещи сделаем. А как сами-то справляетесь с этим домом? Ну да, знаете, дом большой, здесь раньше был приют. Ну вот он когда закрылся, и вот нам, так сказать, его предложили. Да, по ремонту тут, ну ремонт, естественно, надо будет потом. Мы планируем переклеить обои на свой вкус, какие девчата выберут, какие мальчики выберут. Конечно, комнаты мы тоже сами, как говорится, распланировали, какую комнату под что, вот это вот ученическая. Там у нас мини-спортивный зал. Что было, как говорится, в наших силах, в наших возможностях мы сделали. Сегодня мы запланировали большую генеральную уборку, плюс выбьем ковры, творчески украсим лестничный пролет и добавим уюта в гостиную. Но это еще не все. Самое интересное впереди. Хозяева дома пока не догадываются, какая роль отведена именно им. Сегодня у нас достаточно большая команда, как вы заметили, приехала с нами. И приехали ребята тоже не просто так. То есть мы кое-какие работы вам по дому сделаем. Ну, дом большой. Работа-то найдется. Да, при желании работа всегда найдется. Так что... Что ж, я думаю, нам самое время приступать к работе. Вы кируете девочкам, где им выметать. Мы с Иваном, наверное, будем скручивать ковры и готовиться выбивать. Хорошо. Павел и его команда пришли на помощь детскому дому семейного типа Ивана и Натальи Чучуновых в деревне Белая Дрибинского района. Начали генеральную уборку в доме. Будем выбивать ковры. В работу включились и хозяева дома. Впереди большой совместный творческий проект и еще один сюрприз. Но пусть он пока останется тайной. Генеральная уборка – повседневная и наиболее сложная работа в таком большом доме. Самое важное – работать всем вместе. Хозяева дома тоже стали частью нашей команды и в уборке комнат, и в выбивании ковров. Родителем-воспитателем детского дома семейного типа Наталья стала недавно. Все нравится и очень знакомо, ведь сама выросла в многодетной семье и с детства научилась ценить поддержку родных людей. Наталья не делает различий между детьми. Они все родные. Вот Наташа, например. Тихоня, немного замкнутая, любит читать, играть с куклами, рисовать. Ее противоположность – родная сестренка Оля. Ее стихия – сладости, рисунки, баловство. Сын Артем – обычный парень. Любит конструкторы, компьютеры, сорви голова, как любой мальчишка. Но об учебе старается не забывать. По словам Натальи, именно ему и принадлежала идея открыть детский дом семейного типа. В первую очередь все это было как бы от Артема. Пошло какое-то время немножко назад. Он как-то у нас спросил, а можем ли мы взять к себе мальчика или девочку.
Ну, мы тогда как-то так немножко поговорили, подумали, ну. Говорим, ну, может быть, немножечко попозже как-то, если будет возможность, мы это как-то проявим, сделаем. Ну, а потом вот появилась такая возможность, и нам предложили семейный дом. Как ваши отношения налаживались, собственно, с самого вот начала? С самого начала, знаете, когда любой ребенок приходит в незнакомое место, в незнакомый дом, к чужим людям, естественно, какая-то такая скрытность, старается как-то немножко отгородиться, но как-то у нас это недолго было. Быстро наладили отношения? Да, мы как-то быстро так это вот нашли друг к другу подход, они присмотрелись быстренько к нам, мы к ним, и стали понемножку так... Ну, буквально за пару дней у нас отношения как-то наладились. Я их стеснялся, они меня стеснялись. Потом все начало налаживаться, начали играться, баловаться, бесить там. И бесились даже? Да. Такое было. Особенно, когда спать ложатся. То есть уложить проблема? Это уложить, да. Вроде бы пошли по комнатам, но через 5 минут опять грюк-стук дверями. И тихо хавить начинается сразу потом. Иван, ну а скажите, вот что изменилось на самом деле вот в жизни, когда вот появились дети? Ну вот как мы с вами говорили, да, свои-то учиться пошли. Ну свои, да, свои, как говорится, разъехались, кто учится, кто работает уже старше, допустим. Ну с одними, ему, конечно, скучно. Так, ну, самые какие могут быть развлечения. На этом работа, то, ну а ему, конечно, веселее сейчас. Могут и... Побиться, всякое бывает. Возвращают обычно к мальчикам. Поиграть то в машинки заберут, то в конструктор, то ну, еще. Да, так, ну, а ребята территорию свою отстаивают. Но уступают, уступают. Да это интересно. Во-первых, постоянно держит тебя в каком-то таком тонусе, что нужно вечно двигаться, вечно нужно что-то придумать, что-то делать. Но что же за сюрприз ждет многодетную семью? Днем ранее в Могилевском социально-гуманитарном колледже студентки третьекурсницы разрабатывали эскиз и делали трафареты настенного панно для дома семейного типа Чичуновых. Всем привет! Мы три Насти. Учимся мы в социально-гуманитарном колледже МГУ имени Кулешова. И сегодня мы выбираем идею для будущего сюрприза – для детского дома семейного типа в деревне Белая. Мне вот нравится вторая фотография. Очень интересная идея. Можно сделать что-то наподобие такого, только они улетают вверх. Меня, в принципе, устраивает, только я думаю, нужно взять другие оттенки. Тут идет желтый, розовый, они не особо сочетаются. Если только добавить другие цвета, голубой, зеленый, тогда может быть лучше. И не полосками, а именно разбросанные бабочки, так будет более красиво. Делились нашей работой, осталось только сделать трафареты и, ну, реализовать нашу работу. Это будет однозначно красивая, оригинальная вещь. Тем более мы будем использовать яркие цвета. Я думаю, что это будет смотреться очень эффектно и красочно. Мы не будем раскрывать все, и это будет сюрприз. Это будет ярко и красочно. Павел и его команда пришли на помощь детскому дому семейного типа Ивана и Натальи Чичуновых в деревне Белая Дрибинского района. В доме мы уже убрали. Впереди роспись лестничного пролета и даже рыцарские поединки. Ну а мальчишкам досталась самая пыльная работа. Мы идем выбивать ковры. Вы смотрите суперпрограмму «Павел и его команда». Если вы хотите стать частью нашей команды, если вы желаете кому-то помочь или вы знаете, кому можно помочь, мы ждем вас по адресу www.tvmogilev.by. Пишите в нашу гостевую книгу. Ждем вас в гости. Приглашаем в нашу команду. Thank you.
Сегодня наша главная помощница – маленькая непоседа Оля. Правда, поначалу она очень стеснялась, но мы быстро подружились. А ты тут садись. Садись, будем с тобой конфеты есть. Ну-ка, давай. На. О, чуть палец не отхватило. Любишь зефир? Держи сама, аккуратно, не балуйся. Оля плохо разговаривает, больше предпочитает рисовать. В ее картинках мама, папа, дом и сестра Наташа. Все то, что дорого и ценно для маленького человечка. Шустрый ребенок. Не успел я оглянуться, а она уже на шведской стенке. Ну-ка, слазь, обезьянка. Иди-ка сюда. Опа, опа, обезьянка. Хё, ты моя подруга? Да. Этим цветом мы что нарисуем? А, дом. Дом? А вот этим цветом? Травичку. Травичку? У нас будет такая зелененькая травичка. И цветики у нас будут. И даже радуга. Да? Да. Будет радуга? Ты будешь радугу рисовать? А тебе нравится радуга? Оля, ты так хотела рисовать. Будешь рисовать? Приступай. Что ты будешь рисовать? Большой совет. Если вы хотите взглянуть на себя и свою семью другими глазами, просто попросите своего малыша нарисовать семейный портрет или его мечты. Он их нарисует. Если потребуется помощь, не отказывайте. Рисуйте вместе. Совместное творчество вызовет только положительные эмоции. Надо еще макать. Макать аккуратно. Аккуратно закрашиваю. Молодец. Сегодня вместе с моей командой в дом семьи Чучуновых приехали ребята из клуба «Наследие» Могилевского центра детского творчества «Эверест». Вы спросите, рыцари на уборке? Зачем? Ответ простой. Это просто интересно. Мы окунулись в атмосферу средневековья, а ребята стали настоящими рыцарями. Хоть раз посмотрим, каково это по-настоящему. Тяжело. Это неудобно слишком. Мне тяжело, еще и всем тоже тяжело. Ну а нравятся вообще вот такие вот вещи? Ну да. Даже маленькая Оля на время решила сменить кисть на меч и примерить такую необычную одежду. А рисовать будем? Будем рисовать. Сейчас пойдем рисовать с тобой. Пойдем рисовать? Все, кидай эти железки, пойдем рисовать. Давай, пойдем рисовать. Павел и его команда пришли на помощь детскому дому семейного типа Ивана и Натальи Чучуновых. В доме мы убрали, выбили все ковры, успели сразиться на мечах, а кое-кого и в рыцари посвятили. А вот понравился ли хозяевам дома наш эксперимент с совместным творчеством? Ты заходишь в дом, а тут на лестнице такая красота, сразу хочется улыбнуться и как-то... Сразу становится немножко теплее, уютно. Тем более зимой такие цветы, полянка, домик. Это вообще очень замечательно. Все старались, каждый принял участие, особенно самая маленькая Оля проявила инициативу. Радуга – это ее заслуга. Да, это ее заслуга, она молодец. Сегодня мы помогаем Ивану и Наталье Чучуновым. Месяц назад они открыли дом семейного типа в Дрибинском районе, деревня Белая.
Вместе мы рисуем, убираем, мастерим и просто веселимся. Если вы хотите к нам присоединиться, ждем вас в нашей гостевой. Наш адрес www.tvrmogilev.by. Большое всегда начинается с малого. В каждом доме есть стена, которой просто необходимо украшение. Она пустая и неуютная. Есть множество способов ее украсить, и самый простой – купить картину. Но наша команда не ищет легких путей. Сегодня мы сами вместе с хозяевами дома будем делать настенное панно. Сегодня мы будем делать панно из бабочек, которые мы научились делать в нашем колледже. Мы ходим в кружок и делаем различные декоративные поделки. И сегодня мы научим вас также создавать такую красоту. Мы приготовили вот такие шаблончики, бабочки различных цветов. У нас есть цветная бумага. Вот, будем вырезать каждый и выбирать бумагу, которая нам понравится. Также мы подготовили вот такие украшения для наших бабочек, если кому-то захочется их украсить. Большой плюс – такие украшения легко можно изготовить в домашних условиях. Технология предельно проста, и заниматься подобным творчеством могут даже дети. Оле очень нравится ее работа. Вместе с сестрой Наташей и мамой она вырезает бабочек и украшает их блестяшками. Оль, какого цвета у нас будут бабочки? Оранжевый. Оранжевый. И синий. А ты еще будешь бабочки вырезать? Да. Какого цвета? Смотри, у нас есть еще оранжевый, желтый, голубой, розовый. Смотри, сеточка тебе понравилась. Смотри. А еще на нашем панно можно писать пожелания. Для этого мы сделали несколько десятков особенных, самых красивых бабочек. У нас получилось такое яркое, красочное, замечательное панно, которое украсит комнату и, думаю, впишется в интерьер нашей семьи. Также мы написали пожелания. Вот такие бабочки у нас красивые получились. И вот еще вот такие бабочки, которые у нас будут улетать вверх. Каждый, кто будет приходить в гости, может оставить частичку какого-то пожелания или напутственного слова семье на будущее. Такие красивые. Опять пепочки, песенки. Видишь, ты же вырезала. Так. О, еще один. Но проект очень интересный. И знаете, вот я смотрела, наблюдала за детьми. Им это столько удовольствия, столько радости доставляло. Когда вот они участвовали в таком мероприятии, разрисовывали стены все, сообщая. И тут еще приехали люди, которые им показывают очень интересные такие рисунки нарисовали, их приглашают, вот сердечко наше. И это, вы знаете, очень интересно. Да не только детям, мне самой было очень интересно. Наш девиз «Большое начинается с малого». Сегодня мы побывали в поселке Белое Дрибинского района. Помогли семье Ивана и Натальи Чучуновых. За 4 часа наша команда выполнила несколько действительно важных дел. Теперь гостиную украшает декоративное панно. Мы убрали в доме и выбили все ковры. На лестничной клетке нарисовали картину. И все вместе окунулись в атмосферу Средневековья. Это был очень хороший день. Это были Павел и его команда. До встречи ровно через 2 недели. Thank you.